Итак, сегодня будем тестировать прибор для приготовления сахарного ваты. Предварительно мы все помыли. Вот. Собираем прибор. Очень аккуратно берем чашу. Ее надо ставить таким образом, чтобы в пазы попала часть втулки. Вставили. Дальше аккуратно вставляем чашу для ловли сахарной ваты. Здесь есть такие пазики. Вот. Только давить не надо, чтобы не сломать. Вставили и против часовой стрелки аккуратно повернули. Потом вставляем в верхнюю часть чаши и одеваем удерживающее кольцо. Дальше по инструкции необходимо 5 минут подержать прибор включенным для того, чтобы нагрелся нагревательный прибор. Включаем, засекаем время, можно чуть подольше. Итак, прибор у нас проработал 5 минут, мы его выключаем. Ждем, когда остановится чаша. Вот, и после полной остановки надо насыпать в маленькую вот в эту чашечку мерной ложечкой сахар. Включаем прибор и ждем. Видно, как нагревается сахар потихонечку. И все, мы начинаем собирать сахарную вату. Надо приноровиться. Все, собираем остатки. Вот, сахарная вата готова. Сейчас соберем совсем остатки.